Игровая клавиатура Corsair Gaming K70 Lux RGB. В комплекте ты получишь саму клавиатуру, сменные игровые клавиши с устройством для их замены в вакуумной упаковке, а также инструкцию, сертификат соответствия, ну и подставку для рук, которая будет крепиться непосредственно к клавиатуре. Все это будет упаковано крайне приятно и, честно говоря, мне очень понравилась эта комплектация, и я прям кайф словил, когда я ее распаковывал. Корпус данной клавиатуры сделан из алюминия, а снизу из пластика, что придает ей вес аж в 1200 грамм. Сам девайс на самом деле небольших размеров и в ширину даже меньше моего монитора. Длина кабеля 1,8 метра. И меня удивил тот факт, что для этой клавиатуры потребуется два порта USB. Однако это компенсируется дополнительным USB 2.0 для какого-нибудь другого девайса, например мыши, ну или, как в моем случае, для графического планшета. Провод толстый, в тканевой оплетке, сложно гнется. Снизу 4 ножки, можно либо приподнять клавиатуру, либо полностью поднять, чтобы провести под ней какие-нибудь провода. Подставка под ладони легко надевается и легко снимается. И да, с подставкой клавиатура вообще не скользит. Данная клавиатура полностью механическая, с типом переключателей Cherry MX Red. Также есть некоторые особенности в строении. Широкий левый Shift и одноэтажный Enter, но привыкнуть не проблема. Есть клавиши управления яркостью подсветки, клавиши блокировки кнопок Windows, чтобы, ну, например, игра случайно не свернулась, ну, а также барабан регулировки громкости и мультимедийные клавиши. Еще есть переключатель, отвечающий за частоту опроса. 1, 2, 4 и 8 миллисекунды. Но я не думаю, что есть какое-либо этому применение. Ну, а теперь самое интересное. Подсветка. После того, как вы купите эту клавиатуру и подключите к компьютеру, то увидите вот такую стандартную подсветку. Чтобы ее кастомизировать, вам нужно будет скачать специальную программу с официального сайта Corsair. Ну а дальше я просто помолчу, а вы понаблюдаете за этим. Thank you.